Почти 60 дворов ветеранов и одиноких пенсионеров очистили от снега в Семее. В добровольной акции участвовали больше 200 волонтеров молодежного крыла «Жастаруха» филиала партии «Аманат». Это студенты университетов и колледжей города. Напомню, талая вода в частном секторе затрудняет передвижение жителей. Сейчас в регионе проводят регулярный мониторинг паводков. В этом районе много пенсионеров, большинство проживают одни. Большое спасибо волонтерам за добрые дела. Они оградили дворы от талых вод. В рамках акции «Ардагерлерде ардахтайык» мы очищаем дворы не только пенсионеров, но и многодетных матерей. Наряду со студентами участвуют и другие добровольцы города. Призываем не оставаться в стороне и принять участие в добром деле.